По предварительной версии, бортовой грузовик «Форд» не соблюдал дистанцию и въехал во впереди идущую «Газель» с надписью «Дети». После этого обе машины врезались в подпорную стену. Одному из водителей зажало ноги, вытаскивать его пришлось спасателям. С травмами различной степени госпитализированы двое мужчин, одному из них 88 лет и женщина. Детей в салоне «Газели» не было. ДТП стало причиной большой автомобильной пробки по направлению в центр Сочи.